И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, поиграем довольно крутую игрушку, которую уже многие знают, а многие нет. Но в любом случае мы в нее поиграем под названием Елопи. Это игрушка, где нам предстоит создать свой драндулет и после этого на этом драндулете отправиться в приключения. Где-то мы там будем в отелях останавливаться, в какие-то города приезжать, где-то мы просто будем кататься, где-то у нас будет ломаться машина, где-то мы будем покупать новые детали и где-то у нас даже будут заканчиваться деньги. Но в любом случае это очень круто, это очень интересно и надеюсь, вам понравится данный ролик по этой игрушке. Если вы хотите, чтобы... захотите, чтобы я в нее поиграл еще, то, конечно же, ставьте лойс, и я ее пройду полностью. И, кстати, мы играем в... А, просыпайся! Просыпайся! О, наконец-то проснулся. В общем, если не встанешь, нам обоим будет неприкольно. Прикольный у него пиджак, кстати. А, пошли, мне надо что-то показать тебе важное. Пошли, пошли, это наружу. Отлично, блин, пиджак крутой. Я тебе такой же хочу в реальной жизни. Было бы круто, такой дешевый, за тобой такая анимация получается. Ну ладно, пусть он топает, пока он очень медленный. Stay alert, мне тут говорят. Отлично, я бдю. И вот она наша самая машина, которую мы сейчас будем потихонечку собирать. Сейчас она конкретно драндулет даже не ездит. У нее ни колес, ни дверей, и все, даже движка, по-моему, нету. Поэтому сейчас будем собирать. В общем, если вам, ребята, игрушка понравится, ставьте лойс, и мы будем играть в нее дальше, пройдем полностью. Вот что я хотел сказать, игрушка весьма интересная. Так, Слайка 601 Deluxe мне говорит, это легенда машина и ее характеристики. Но меня на самом деле это не особо интересует, потому что не хочу переводить, я просто буду собирать машину. И обучение я все-таки знаю, как здесь проходится, поэтому сильно я тупить не буду, так как я заранее его... заранее обучился обучению, но очень хочется показать, как здесь все-таки собирается машина и как она функционирует. Это очень прикольно, на самом деле. Мне нравятся игры, в которых как раз можно вот такое творить. Всякие такие вот вещички, типа дверь за ручку там открыл, здесь там потянул рычажок, там что-то открылось. И все это так прям сделано душевно. Мне нравятся всегда такие. Как будто ты играешь, знаете, я вот раньше любил маленькие машинки игрушечные, в которых там тоже можно было там багажник, капот, двери открывать и тому подобное. Вот я примерно так себя чувствую в этой игре, только я тут еще и порулить смогу в этой машине, отправиться еще и в путешествие. Так, ладно, мне говорят, что тут надо собирать все это дело, машину, поэтому сейчас мы ее будем потихонечку собирать. Наберем кучу деталей с собой, да, всего 3 детали можно взять. Почему только 3? Я бы еще между ног схватил бы еще пару... труп или батарей, фиг его знает. В общем, в любом случае, ставим батарейки. Вот батарейки есть характеристики разные. Если там, по-моему, на них наводишься, там тебе пишут, что это такое, почему это и тому подобное. Так, ладно, водичку сюда. Хватит разговаривать. Я хочу починить машину быстрее и уже поехать. Но в любом случае, сам процесс достаточно прикольный. Еще также здесь рассказывается, типа, что оно там означает и тому подобное. Но игрушка, к сожалению, на английском, и очень долго переводить не будет, так как я не владею английским настолько круто, чтобы прям мгновенно вам все перевести. Так, ну ладно, вставляем, что там у нас, что там у нас, не знаю, что я в руке держу, видимо, движок уже держу, а этот фильтр, походу, воздушный был, а это у нас бак сам этот. Так, давай, 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 все. Так, что это такое, да? Да, фюль тэнк. Отлично, и последняя деталь, по-моему, здесь осталась, вроде бы, да, вот это вот я не взял, и вроде как мы закончили с машинкой, и, ну, конечно, еще кроме колес. Колеса мы тоже сюда воткнем, конечно же, куда ж мы без них. Так, да-да-да-да, все, мы все вроде как залили, точнее, вставили, теперь надо залить маслица, водичку и тому подобное. И положить себе все это в багажник, если что-то останется у нас, потому что не хочется, чтобы мы остались без важных вещей. Так-с, ну, заливаем. Интересно, этого достаточно залить или мне нужно... А, еще, говорит, залить? Ну, давайте еще зальем. Ну, пускай полностью зальется, почему бы и нет. А, вот там писала, сколько там остается. Так, выкинь это, когда тебе это уже не надо. Ну, не, я не хочу это выкидывать. Стой, я это хочу взять, сюда открыть, сюда... Нет, стоп, не так. Вот так, если это положу, вдруг я это смогу где-нибудь продать или использовать все-таки. Глупо это как-то выбрасывать. Так, водичку заливаем. Давай, заливайся, заливайся. Водичка полная. Так, смаслица. Да что ты все просишь меня выкинуть? Я знаю, как выкидывать. Мне это не надо. Так, все, 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 все. Так, здесь закрыли, здесь все вроде починили. Я вроде совсем разобрался. Теперь колесики остались у нас. И водичку, все это дело я с собой возьму. Где у меня колесики? Или что? Блин, я, кажется, забыл что-то. А-а-а! Так, с маслом. По-моему, с маслом надо было смазать или что-то в этом роде. Блин, я все закрыл. Черт его дери. Открываем. Снова заползаем. И что там? А, вот все. Go ahead, drop. Да, все, отлично. Теперь мы все сделали, но я баночки все равно заберу. Отстань, отстань, отстань.
Просто если я буду все время это сидеть, читать, переводить, что он там рассказывает, что он там бубнит, это будет неинтересно, я полагаю. Так, и последние колесики остались. Кстати, игрушка, которую последняя, помню, также все это дело собирал, все эти детальки, закручивал всякие шурупы, что-то там машину поднимал, под ней лазил. Это была My Summer Car. Очень трудная игра, но я в нее в ближайшее время, думаю, еще поиграю. Надеюсь, там вышли какие-нибудь апдейты. Думаю, многие помнят эту игрушку. И я в нее тоже поиграю. Может быть, просто Ялопи, если вам сильно понравится Ялопи, то после нее мы поиграем My Summer Car. Там, наверное, появились апдейты, которые сделали игрушку поприятнее в некоторых нюансах. Все-таки я когда в нее играл, она даже еще не релизнутая была в Стиме, а сейчас вроде релизнутая в Стиме, если я не ошибаюсь. Может, я, конечно, ошибаюсь, давно в нее играл и давно по ней не смотрел информацию, но можно будет поиграть. Кто хочет, чтобы я поиграл в My Summer Car, можете написать там плюсик в комментариях, например. Я буду знать, сколько людей хочет, чтобы я еще поиграл в My Summer Car, например. Такс. Ну что же, последние штрихи, мы почти закончили работу с нашей машиной. Сейчас ее остается только последние колеса на нее напелить, и вроде как все у нас круто будет. Так, очень уж хочется отправить скорее в путешествие, но в любом случае этап сборки машины я не мог не пропустить. Это жутко интересно, по моему мнению. Нравится мне собирать машинки. Здесь тем более, что это не слишком замысловато, в отличие от моей Сабрекара. Там реально один болтик пропустил, все, тебе звездец, считайте. Так, все это собираем. С собой я это унесу, конечно же. Черт знает, где пригодится. В любом случае. Так, и я, пожалуй, еще вот здесь прихвачу вещи, потому что мне их вроде можно взять, да. Только ведро с водой, наверное, не стоило брать. Я не думаю, что от этого будет какая-то польза. Она, скорее всего, у меня там разольется. Если, конечно, так можно, я бы попробовал. Нет, так нельзя, это реально странно. Стоп, а бутылку можно пополнить, если я ведерко ее опущу? Эй, я бы хотел ее пополнить. Ну ладно, губку можно с собой взять, да? Или нельзя? Блин, ну ладно. Что так все неинтересно-то? Ничего с собой... Ничего я больше не забыл. Я бы еще что-нибудь с собой внес. Что это, радио? А, это будильник мой, отлично. Как я странно живу все-таки. Ну окей, ладно, машину собрали, все, пора двигаться. Я что-то здесь уже увлекся не тем, чем бы хотелось. Так, сейчас мне тут должны рассказать про то, что вот смотри, карта, ты по ней там можешь ориентироваться. Смотри, тут, говорит, книжка еще есть. Вот здесь ты сможешь с машиной ознакомиться. Там всякие приколы, что там ломается, что там как чистится и так далее. Так, и карта, конечно же, по которой нам вроде как куда-то надо приехать. И это вроде как самое главное задание в этой игрушке или что-то в этом роде. Вон, не задание-то Road 3, 430 километров. Это довольно много, нам придется далеко ехать. Но Берлин ту Дрезден. Нам в Дрезден надо будет ехать. Или Дрезден, не знаю, как правильно. Здесь у нас статистика получается и всякое такое. Так, ну и, наконец, ключи. Теперь мы можем ехать. Ура, все. И нас покидает парень. Красивый пиджачок. Я бы себе такой же хотел. Ладно, ну что, отправляемся в наше путешествие. Наконец мы собрали машину, и это очень круто. Также теперь надо включить здесь бы дворники нам. Где у нас тут дворники? Это дворники, да, это дворники. Дождик это пошел. Хотя на самом деле я бы пошел переночевать. Не хочется ехать в такую плохую погоду. Давайте даже пойдем переночуем. Хотя, стоп, я забыл машину выключить. А то у меня сейчас там все поломается. Будет не круто. Так, стоп, я ее обратно завел? Нет, я выключить хотел. Так, и дворники выключить. Все, выходим. Это сюда. И пойдем мы поспим. Не хочу в дождик ехать. В дождик не прикольно. Ну, как бы... А, я не могу поспать. Ё-моё. Я могу через карту, типа, вернуться домой. Это будет считаться, как поспал я. Ну, окей, коль нельзя просто так поспать, то мы поедем в дождик. Эх, хотелось более красивую погоду. Хотя и дождик многим нравится. Но я не очень люблю дождик. Лучше в снежок. Так, ну что, поехали бы. А, даже я радио, наверное, включу, коль уж у нас такая пошла жара. То что-нибудь послушаем. Тут, кстати, лежит кошелек, паспорт наш и всякое такое. Ну, насколько я запомнил, нам надо было в Дрезден ехать вроде как, поэтому я, наверное, отъеду и посмотрю по карте. Как-то там значок вроде должен двигаться или что-то в этом роде, наверное, чтобы мне показывало, куда еду. Либо же придется ориентироваться по своему миру. А, вот Дрезден, Дрезден. И теперь я точно знаю, куда я еду, по крайней мере. Ух ты, как я разогнался. Ну да, неплохо, соточку почти выжили. Нормально. Единственное, что лампочки включать, нет,
светильники, фонари наши. Хотя вроде пока нормально. Пока еще не темно, я могу ничего не включать. Единственное, пускай у нас дворники работают. И то, кстати, я, пока я был в туннеле, их, наверное, можно было выключать. Лишь бы ни во что не врезаться. Я не знаю, насколько здесь печально это может закончиться, если я куда-то врежусь. Но я вижу танк, ребята! Уу! Здесь есть танк, а можно мне пересесть в него? Так, стоп, я даже хочу остановиться. Может быть, здесь что-нибудь есть интересное. Это прям такое вызывающее место. Типа, как будто я отсюда должен подняться, и здесь что-то будет. Поэтому давайте выйдем, осмотримся. Может быть, я даже какую-нибудь очевучку получу. Нет? Я могу просто вокруг него походить. Да. Ну, просто вышли оглядеться. Почему бы и не посмотреть на памятник, на котором что-то написано, кстати говоря. Befreit ans Nochmal. Я не знаю, что это значит. Можете мне в комментариях это перевести, и мы узнаем, кого там послали куда подальше. Шучу, конечно же. Так, ну что, погнали дальше. Кстати, можно поправить немножко. Это добро. Так, стоп. Ух, я уже думал, что я сейчас врежусь. И вот здесь поправим. Это что-то как-то некрасиво выглядит. Правда, сейчас теперь машина нам все завелось сюда, но ничего страшного. Мы переживем. Мы ж на развалюхе ездим, поэтому. Мы суровый парень, мужик, мужчина. Не знаю, кто мы на самом деле, потому что нам особо не показывали, но предполагаю, что мы какой-нибудь суровый, брутальный, накачанный гений-плейбой-миллионер, я не знаю. Ну, отправляемся в путешествие. Насколько я знаю, вроде до первого города она, наверное, будет не так близко, то... Блин, черт, у меня вся машина сейчас будет грязная, я еще бортики начинаю собирать, это тоже не круто. Лишь бы мне в машину никакую бы не врезаться где-нибудь, которую я, возможно, догоню. И у меня машина реально вся в грязи, это, блин, не круто. А, не хочу, чтобы моя машинка была грязная. Она, конечно, как бы драндулет, но не хочется, чтобы она была еще и неопрятной. Эх... Даже пейзажиком особо не полюбуешься. Чертов дождик. Ну ладно. Мы грязи не боимся. Особо. Нам бы лучше машину не разломать. А то чиниться потом придется. У меня, конечно, есть там вроде ремонтный комплект. Если что, вдруг у нас отъедет, то я, наверное, смогу это починить. Но не уверен. Скорее бы хотелось... Было прикольно, если бы я мог, например, выбраться в лес и там... найти каких-нибудь ягодок. Которые я потом могу продать в другом городе. Это было бы очень здорово, на самом деле. У меня всего 100 баксов, я очень бедный. Поэтому надо будет где-то что-то придумать, чтобы мы все-таки обогатились. Если вдруг мы приедем обратно домой, я бы хотел приехать обратно домой миллиардером. По продаже ягод или грибов. Так, это что такое? Здесь что-то лежит или что это? Я что-то не понял, сейчас погодите. Любопытно стало. Какие-то коробочки. Может, котят можно здесь найти? О, реально какая-то коробочка. А что это? Это можно открыть? Давайте пока с собой увезем. Я это могу с собой увезти? Нет, я это не могу. А если сюда бросить, я это могу? Блин, а что это за коробки такие? Больно любопытно. Открыть-то их можно? Эй! А, стойте. Нет, стоп, подождите. Можно было навести сегодня на пластырь вот этот? Ага, о, я его могу открыть. И что это такое? Сосиски? Куча сосисок! Ребята! Мы, кажется, богаты. Я только говорил о том, что мне не хватает. Так, короче, я даже не знаю. Вот это дело пустое. Стоп, оно денег стоит. Нет, подождите, нет, я от этого не буду избавляться. Черт, сосиски! Я нашел клад на самом-то деле, сосисочный. Ну, если что, сам, конечно, могу покушать, если вдруг голодный буду. Так, ладно, это я все забираю. Джекпот, у меня есть деньги. Хотя и вряд ли, что это стоит прям... Точнее, на этом я смогу заработать миллиарды, но в любом случае хотя бы какие-то денежки у меня будут. О, не зря я остановился коробочки посмотреть. Блин, реально, говорю, шикарная игрушка. Где можно еще на дороге найти сосиски? Так, я таких игр лично не знаю. Ну, у меня не все сосиски влезают. Да, блин, отстань, что ты ругаешься. Так, сейчас одну сосиску выбросим. Может, какой-нибудь песик будет пробегать, котик. Встретит своего брата. В этой колбасе. Так, и тут еще одна коробка была. Давайте посмотрим, что в ней. Здесь какая-то поменьше коробочка. Но... Наверное, что-то... Ух ты, ё! Ух ты, ё! Оно стоит-то нифига себе сколько! К черту сосиски! Так, сосиски, вы переезжаете в другой мир. Блин, я надеюсь, я бутылку не разобьюсь. Я так... Я ее обратно... Ну ладно, давайте, не надо. Ну, я одну бутылку потерял, не стоит офигеть. Черт, от чего мне избавиться? Ну, судя по всему, я от этого избавлюсь, потому что
эти бутылки стоят дороже. Если что, мы сюда вернемся еще. Так, ну я потерял одну бутылку, мы могли реально заработать огромных денег. Все, у нас есть теперь колбаски, у нас есть вина, наверное, какие-то. У нас есть проезжающая мимо машина. Ты обалдел, что ли? Тебя кто водить-то учил? Эй, ну-ка, I need your car. Я... Смотрите, что творит-то, а? Если... Он еще и мне дали пенальти. А, стоп, я даже аварийку не включил. Ведь. Никакую. Так, ладно. Ну, если что, я виноват. Зато я нашел сосиски. Так, я завелся вообще? А, не, я наоборот выключился. Так, музон, где музон? Ну, блин, какие 10 баксов? Я и так бедный. Я, правда, недавно чуть не стал богатым. Так, мне надо быть повнимательнее все-таки на дорогах. Если можно найти еще коробочку, я бы очень этого хотел. Но самое главное, конечно, добраться до какого-нибудь города. И там это дело все-таки продать. О, жигу. Так. Я бы хотел еще свой Елопи поменять на другую тачку, на BMW, например. Не, представь себе, если эта игра реальная. Я про нее немного знаю, на самом деле, но если бы здесь, может, можно как-то получить спорткар под конец игры или свой Елопи в него прокачать. Ладно, поеду по грязюке, и уже темно, где у меня там лампы. Это лампы, нет, не лампы, вот это лампы. Хотя, правда, особо светлее как-то мне не стало, но зато я вижу луну и... город какой-то, что ли, вот там вдали. Что-то я, в общем, уже вижу. Так, ну надо бы внимательнее дорогу смотреть. Кто его знает, какое еще добро выкинули посреди дороги. Но в любом случае я смогу купить себе обратно то масло или что это, бензин, по-моему, был как раз, который выкинул. Там уже ничего не было, она была пустой коробочкой просто. Но в любом случае... Если что, я новый себе смогу купить, даже, наверное, полный, если продам все это вино. Блин, резко себя почувствовал миллионером почему-то в этой игре, хотя, скорее всего, у меня гроши, которые вообще ничего не стоят. Я за это даже, наверное, ничего толком не заработаю. Наверняка новые детали стоят по несколько тысяч на наш трандулет. Кстати говоря, у нас начинает дымиться, я смотрю, и походу у меня что-то ломается. Это хреново, я бы хотел сначала доехать до города, а потом уже починиться. А, то черт его знает, что мне там еще чинить надо будет. Сейчас окажется, что я вообще полпути встряну, и мне придется пешком или тащить свой драндулет куда-нибудь, чтобы там уже починиться нормально. Ну, зато я по лужам хорошо езжу. Чертов пенальти, как мне его убрать? Эта бумажка меня отвлекает, на самом деле. Она типа стоит в неприятном месте. Ой, а, я думаю, что этот парень сломался, а он просто очень медленно поворачивает. Больше коробочек особо, кстати, не вижу никаких. Либо уже слишком темно, из-за этого мне ничего не видно. Эх. Ну, где какие-нибудь указатели? А куда вообще еду? Я надеюсь, что в какой-нибудь город сейчас приеду в итоге. Ну, должен. Там же указатель показывал, что я еду в Дрезден. Значит, я... Ну, в любом случае, я куда-то должен приехать, согласитесь. Если здесь уж какой-то там... какие-то там здания было видно, то... О, кстати, спереди что-то опять видно какие-то... Заправка, что ли? Или магазин? О, стоп, танкстель 10 метров. О, я приехал в какой-то танкстель, походу. Так, и Дрезден это дальше. Так, не назад надо отъехать, я не вижу. Лейпциг 150 километров в танкстеле. Ага, все понятно, там, кстати, бензин будет, если мы поедем направо. Ну, мне пока что хотя бы в какой-нибудь город заехать. Мы поэтому поедем вперед, а потом надо будет вернуться, если что. И там уже долататься, полагаю я. Блин, как все-таки атмосферно ехать так. Машинки. А, ночью. Слушаем музыку прекрасную. Правда, она чуть тихая. Давайте ее навалим. О, вот это я понимаю. И стоп, я надеюсь, что я не проехал город. Мне показалось, что спереди должен быть все-таки город какой-то. Если нет, то придется развернуться. Так, с Дрезден дальше. Возможно, мне стоило повернуть. Ух ты, ё-моё, какой узкий туннель. Зато музон какой. Блин, в этой игрушке реально такая атмосфера классная. Так, и кто-то сзади меня пытается догнать. А, нет, просто шумит. Я думал, что мне уже что-то на обгон идет в этом туннеле. Я уж испугался, думаю, сейчас кого-нибудь врежусь. О, да, там все-таки что-то есть. Я вроде вижу домики. Надеюсь, что это домики, а не мое воображение. Тут никто сосиски не выкинул.
Я бы очень хотел еще сосисочек. О, знакомое место. Здесь нет памятника? Вроде нет. Ух ты, там есть заблокированный проезд. Хотя я мог бы, конечно, попробовать врезаться в него. Возможно, я проехал бы в лес и пошел бы за ягодами в этой игре. Ну, наверное, все-таки так нельзя. И вот он город. Отлично, значит, я все-таки приехал. Ура! Я уж боялся, что я все-таки не туда, куда-то не туда повернул. И никуда бы я не приехал. Так, я, пожалуй, сбавлю газ. И я вижу какой-то магазин. Вы покупаете сосиски? У меня есть много. Так, ладно, радио выключим. Машину выключим, выйдем. Я с собой сосисок прихвачу. Может, я их смогу продать? Ну так, эксперимент ради. Я просто не знаю, где здесь продавать сосиски. Но я вижу магазин, значит, почему бы и не попробовать. В любом случае, мы голодными не останемся, да? Он говорит, в каталог загляни. Эй, куда сосиски бросил? Такс. А, вот здесь детальки, получается, продаются, да? Ага. Ну... Да, детали хреново туча. Просто посмотрите на цены всего этого дела и сколько здесь всего. Мы будем собирать машину не быстро. Ну а пока что мне бы хоть какие-то деньги заработать. Так, как мне отсюда выйти? А, все, вышел. И где мои сосиски? Отдайте их обратно. Я чё? Пёс их просто так, что ли? Вы бы знали, чего мне стоило их добиться. Так. Окей. Походу, все-таки надо в какой-то другой магазин это дело сплавлять. Я, наверное, не туда куда-то попал. Может, пешочком пройтись? Машина что-то не хочется заводить заново, что-то там бегать. Вообще, ночь, полагаю, что... А, вон мотель, смотрите. К мотелю я тогда машину подвезу. Давайте-то... Блин, почему он не может быстрее бегать? Я, кстати, такой грубиян, даже двери не закрыл, когда дождь идет. Пойду закрою. Хотя я ноги не вытирал особо, ну ладно. Ой. Что, град пошел, что ли? Что так шумит в машине? Все, завелись, руль берем и валим отсюда. Ты. Упс. Надо было назад, наверное, смотреть. Ну, я не водитель, мне можно. Так. Сюда. И к мотелю. Где можно паркануться у вас тут? А, в принципе, что? А, вот я вижу, сюда можно встать. Мусорка. Смотрите-ка, я могу в мусорку залезть. Все-таки здесь где-то должно быть всякое барахло. Я уж полагаю, что мусорка обычно такая вещь, которую точно можно открыть. Че она? Зачем она здесь стоит тогда? Ой, я свет не выключил. Так, погодите. Я вообще ничего не выключил, на самом деле, у себя в машине. Если посмотреть. Так, вот теперь более-менее. Радио вроде у меня не играет. Ключи забрать нельзя с собой. Так, и вот он, мотель. Че здесь? Как дела? Мы зашли сюда. Welcome. Хотите остаться на ночь? 20 за комнату. Держи. Эй, как мне остаться у вас? Ну, походу, я понял как. Такс. Где там у меня машинка моя родная? И кошель. Паспорт, надеюсь, не надо? А то обычно надо паспорт. Ну, сейчас узнаем. Надеюсь, такие вещи здесь не учитываются. Так, двери закроем. Держи. Ватсон. 1А комната у нас. Отлично. Хорошо. Благодарю. Говорит, не беспокойте других гостей, пока будете оставаться у нас. Тут есть какие-то стаканчики и газетка. Давайте газетку возьмем. Все стаканчики, наверное, тоже с собой унесу. Вдруг их тоже продать можно. Кто его знает. Так, с 1А. Это нам сюда. Так. А, ключ надо взять. А как... О, газета стоит 0,50. То есть ее просто продавать можно. Это, считайте, мусор. Так, кошелек у меня с собой. А никто меня не ограбит ночью, пока я буду спать. Или что-нибудь в этом роде. Так, здесь что-то как темно. Где свет? Или здесь в отелях типа... А, вот она. Я даже ее не вижу. И все, что ли? А что так плохо? О, ну хоть унитаз есть, в который я не могу сходить. Зато могу смыть, походу. Он даже не смывается. Так, что, есть по ништякам что-нибудь? Я вместо того, что спать, ищу какие-нибудь сокровища. Я странный. Я типа... Хотя, думаю, полагаю, многие туристы, когда заселяются в отель, ищут ванны и кое-какие сувениры. Ну, хотя бы вода здесь есть, это радует. Под шум водопада мы ляжем спать. Я полагаю, такс. Ага, вот. А почему именно эта постель? Типа, ну та не очень, я такой не хочу на ней. Вот на это нормально.
Ну все, легли поспать. 21 июня 1990 года. Что-то там маленьким шрифтом было написано. Monday, что ли? О, мы всю кровать помяли. Где мой кошелек? Меня не ограбили, надеюсь. И там все еще дождь, походу. Стоп, на втором... Подождите. Я только что видел, что шторы можно было раздвинуть. А, вот. А, я же на первом этаже. Почему-то подумал, что я на втором этаже. И думаю, как это тут на втором этаже у меня машина стоит. Ну да, под шум водопада я точно уснул. Окей. Ну ладно, думаю, на этом будем заканчивать. Если вам понравился данный ролик и данная игрушка, по мне она очень интересная. Стоит ей уделить внимание, время. Посмотреть, к чему же мы все-таки придем, куда же приведет наша дорога. И чем же закончится наше приключение в итоге. Надеюсь, что не ДТП серьезным каким-нибудь. Ну да ладно. Если все понравилось, ставьте лайки, конечно же, будем играть еще. И также не забудьте подписаться, если вы здесь впервые. Я всегда рад новым подписчикам, поэтому подписывайся. Все, всем удачи, всем хорошего настроения. Не скучайте, не болейте, увидимся в следующий раз.